Здравствуйте, Кирилл. Это видео про ваш адаптер Т2 Nikon с одуванчиком для вашего объектива Samyang. Сейчас я проверю в своей камере. Как обычно, будьте очень аккуратны. Я припрограммировал фокусное расстояние 500 мм и диафрагмы от 2,8 до 6,3. Для того, чтобы вы могли поэкспериментировать с разной светосилой. Это будет интересно и полезно. Потому что при разных условиях освещения эти объективы, в принципе, соответствуют разной светосиле. Одуванчик целый, полностью рабочий. Крышечка. Очень аккуратно обращайтесь с крышкой. Она плотно сидит. Сейчас я упакую ваш адаптер и завтра утром отправлю к вам в Норвегию из Словакии. Спасибо за внимание.